Хорошо. А вот вы говорите, что у вас всегда были люди, ну, которых можно условно назвать покровителями, да, люди, которые вас, как сейчас вот такой глагол, крышевали. Они к вам симпатизировали как человеку, вы с ними лично общались, или они понимали вас как режиссера? Вот какой был у них мотив вам помогать, вас там вести, как-то вас опекать? Ну, знаете, в какой-то момент я почувствовал, что со стороны Юрия Михайловича Лужкова, одного из наших мэров, возникла какая-то симпатия и поддержка. Так. Вот. Вот это единственный из высокопоставленных людей, который как-то мне оказывал какое-то такое, ну, иногда символическое покровительство, иногда, так сказать, такое словесное, но все равно это было важно. А иногда просто и были какие-то моменты, когда у нас там было возгорание в театре, он как-то помог это урегулировать и вообще, да. Но в основном, конечно, я ориентировался не на него, а на вот тех людей, шестидесятник, вот точное слово, шестидесятники так называемые, которые сейчас становятся уже предметом такой музейной редкости и музейного отношения. Вот для них, наверное, я и что-то делал, что-то экспериментировал и как-то пытался их обрадовать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».